Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В Доте есть такая возможность включения визуального отображения дальности применения способностей и предметов. Давайте я вам покажу, как это выглядит и как это можно включить. То есть на примере Пуджа и Леона. У нас есть хук, нажимаем на хук и мы видим, когда зеленая полоска нормального цвета, значит, нам хватает дальности. Если она становится прозрачной, значит слишком далеко. И мы видим, смотрите, когда слишком далеко, появляется красная полоска возле Пуджа. Видите, красная полоска? Вот, здесь лучше видно. Это, да, это расстояние, куда пойдет Пудж, и потом кинет хук. Вот. То же самое за Леона и других героев. Вот, видите, слишком далеко для стана, он подойдет, потом кинет. Когда нормально, недалеко, нормальный цвет. То же самое по предметам. Также Даган кидается. Также кидается Эзернал Блейд. Но Даги работает немного по-другому. Он не показывает максимальную дальность. Он просто показывает стрелку, куда вы будете смотреть лицом. То есть, в принципе, от этого смысла практически никакого нет. С самого начала открываем Steam, нажимаем правой кнопочкой на Dota 2, свойства, локальные файлы, просмотреть локальные файлы. Открывает папку с Dota'ой, нажимаем Dota, заходим, потом KFG. Тут мы видим два файла, но у вас может быть их больше, это не важно. Копируем файл config KFG, вставляем config. Теперь нам нужно переименовать на autoexec. Кстати, вот эта вот команда и название файлов будет в комментарии к этому видео на YouTube. Все, меняем название на autoexec и открываем. Потом все это удаляем, потому что это наш скопированный файл, можно удалить, он будет наш личный для использования. Копируем команду, вставляем файл и сохраняем. У кого уже есть autoexec, да? То не нужно создавать новый, а просто добавляем эту команду. И все. Сохранили, запускаем Доту и проверяем. Все очень просто. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.